ваши новые конхималы, чтобы они были либо в руках, либо на тарелке, чтобы он видел, что у всех есть новые конхималы. И все, кто получает инициацию, вам надо сейчас снять свои старые конхималы. И после того, как вы сделаете ачиман, вы оденете новые. А матуша, у вас нет конхимал, да, новых? Теперь все, кто получает инициативу,
ситуацию, снимайте свои старые конхималы и одевайте новые. Можно помогать. Преданные, помогите. Инициирующим одеть гирлянды. Возьмите ложку в левую руку, левая рука, впереди у вас правая рука, ладонь вверх, туда немного воды и произносите «Ом Кешавая Намаха». Очищайте руку. Капайте каплю и сбрасывайте на пол. И второй раз.
Home, Ryan Iyer, and the Hawk. Rinse. Third time. И третий раз делайте. Ом манавая намаха. И повторяйте за мной. Ом. Ом. Ритро. Ритрова. Ритрова. И все заново еще раз. Ложку в левую руку. Право капаете воду. И третий раз. Ом Кешавая намаха. Ом Нараяная намаха. So we'll be asking the initiates to come up one by one. И теперь мы попросим инициирующих один за одним подниматься на сцену, будем приглашать их. They can pay their obeisances. Они могут принести свои поклоны. And then we'll ask them to repeat their vows. А после этого они должны будут повторить обеты. The vows are. И обеты такие. You are promising your spiritual master. Вы обещаете своему духовному учителю. And actually, when you're saying the vows, you should look at your spiritual master. И когда вы совершаете этот обет, вы должны смотреть в глаза своему духовному учителю. Dear Srila Gurudev, I promise to follow the four following vows. И вы говорите, дорогой Шрила Гурудев, я обещаю вам следовать этим четырем принципам. I won't eat meat, fish, or eggs. Я не буду есть мясо, рыбу, яйца. I won't take any form of intoxication. Я не буду принимать никаких интоксикаций. Engage in illicit sex. Не буду заниматься незаконным сексом. Or gambling. Или играть в азартные игры. И я обещаю повторять минимум 16 кругов Харе Кришна Махамантры. I know it sounds very simple, but sometimes the initiates are nervous in front of the guru. И я знаю, что мы все знаем эти обеты, звучит все легко, но когда мы перед духовным учителем, иногда мы очень нервничаем. And although they practice for many days, they forget. И иногда вы стараетесь запомнить эти обеты многие дни, а потом забываете при мне. I recently had a disciple, he had 3 PhDs. И не так давно я инициировала одного преданного, у него 3 докторские. But when he came in front of me, he was so nervous, he could only remember 2.
of the vows. Но передо мной он так разнервничался, что вспомнил только два принципа из четырех. It's not wrong to be nervous in front of the guru because our relationship with him in the beginning was awe and reverence. И ничего страшного нет в том, что перед гуру вы чувствуете смущение, нервничаете, потому что в начале своих отношений с гуру присутствует. Присутствует почтение и благоговение. So, just helping you. И я здесь для того, чтобы вам помочь. The guru helps us step by step. И гуру, он будет помогать вам на каждом шагу. Okay, so are you ready? Ну, готовы? This is a very exciting moment. Это очень волнительный момент. Many have been waiting many years for your initiation. И многие из вас ждали этой инициации долгие годы. And for many of us, this is one of the most exciting parts. You get your spiritual name. Для многих любимая часть инициации — это получить духовное имя. You, и с вами есть ваши друзья, которые за вас болеют, поддерживают. So we request that when the devotees get their spiritual names, that there be a big uproar of congratulations from the general body of devotees. И я хотел бы попросить вас, что в тот момент, когда преданные получат свои новые духовные имена, чтобы все присутствующие подбодрили их и хлопали в ладоши, играли на мриданге, на тарталах, на скрипках, флейтах, на все. So, here we go. Начнем. Сейчас Дайна Кулма Гамбетова. Жизни. Также обещаю соблюдать четыре принципа. Первый — это не есть рыбу, мясо, яйца. Второй принцип — не участвовать в азартных играх. Третий принцип — не употреблять интоксикации. И четвертый принцип — не вступать в незаконные половые отношения только в браке. Very good. Очень хорошо. So we're very happy to accept you as our duly initiated disciple. И мы очень счастливы принять вас в ученицы. It's actually an eternal contract. И это вечный контракт, договор. And we will do everything to bring you to the lotus feet of my spiritual master, Srila Prabhupada. И я сделаю все возможное для того, чтобы привести вас к лотосным стопам моего духовного учителя Шрилы Прабхупады. И Прабхупада означает тот, у стоп которого сидят все духовные учителя. И он освободит нас назад в духовный мир. И я не успокоюсь,
отправишься на Галоку Вриндаван. Very beautiful name for you. И у тебя будет очень красивое имя. Your name means servant of the gopis in the mood of separation. Она означает служанка гопи, испытывающая настроение разлуки. It's also a chapter in the Shrimad Bhagavatam. И также это глава в Шримад Бхагаватам. From this day forth, you should be known as. С этого дня ты будешь известна как. Gopi Gita Dasi. Gopi Gita Devi Dasi Ki. And regulations you promised to follow, and how many rounds of the Maha Mantra we chant every day. Скажите, какие вы будете принципы следовать, какими и сколько кругов Маха Мантра будете повторять? Дорогой Шрила Гурудев, я обещаю вам, что буду повторять каждый день не менее 16 кругов Маха Мантры, стараться это делать внимательно. И я обещаю вам соблюдать 4 регулирующих принципа, таких как не есть рыбу, мясо, яйца, не играть в азартные игры, не употреблять интоксикации и не вступать в незаконные половые отношения. Okay. Thank you very much. Спасибо большое. We're very happy on this day to accept you as our duly initiated disciple. Мы очень счастливы принять тебя в ученицы. This is an eternal contract. Это вечный договор. And we will not rest until you're back in Галока Вриндаван with Radha and Krishna. И мы не успокоимся до того момента, как ты не отправишься назад к Раде Кришне на Галоку Вриндавана. And you can make it easier on me by making rapid spiritual progress. И ты могла бы облегчить мне эту участь, если бы я очень быстро прогрессировала. Which is possible by chanting very enthusiastically the Hare Krishna mantra. А это будет все возможно, если ты будешь с энтузиазмом повторять святые имена. Your very beautiful name. У тебя будет очень красивое имя. Your name means servant of one who is very dear to Gaura, Lord Chaitanya. Оно означает служанка того, кто очень дорог Шри Гауре. From this day forth, с этого дня, you should be known as. Ты будешь известна как. Gaura Priya Devi Dasi. Gaura Priya Devi Dasi Ki. Очень сладкое имя. Сейчас Юлия Федотова и готовится Алексей Швебиш. Mahavan, a pen, please. What are the four rules and regulations you promise to follow, and how many rounds will you chant every day? Расскажи, какие правила предписания, которым ты будешь следовать, и сколько количество кругов мантры ты будешь читать? Dear Shrila Gurudev, I promise you to follow four principles: not to eat meat, eggs, and fish, not to take illicit sex, not to
not gambling. I forget the fourth. Do you have a PhD? PhD? No. Oh, no intoxication. No intoxication. And I will chant a minimum 16 rounds per day. Right. Very attentively, I will try. Okay. Julie, we're very happy to accept you as our duly initiated disciple. И Юлия, мы очень счастливы принять тебя в ученицы. This is an eternal bond between a guru and disciple. Это тут та вечная связь, которая сейчас происходит, завязывается между учеником и учителем. One day we'll introduce you to our spiritual master Шрила Прабхупада. И однажды ты предстанешь перед нашим духовным учителем Шрилой Прабхупадой. Won't that be wonderful? Это же будет чудесно. And we'll take you back to the spiritual world. И мы заберем тебя назад в духовный мир. So your name means servant of the loving pastimes of Srimati Radharani. И имя твое будет означать служанка вечно юных любовных игр. So such a beautiful name. Это очень красивое имя. From this day forth, you should be known as. С этого дня ты будешь известна как. Prema Kishori Devi Dasan. Chandratna wrote Krishna, but it's actually Radha. Kishori, not Kishore. И теперь Алексей Швейбиш и готовится Елена Швейбиш. Prema Kishore Devidasan Ki. We have very nice names for the two of you. И у нас есть очень замечательные имена для вас. So, Alexei, what are the four rules and regulations that you promised to follow for the rest of your life? And how many rounds of the Maha Mantra do you chant every day? Алексей, перечислите, пожалуйста, все четыре принципа, которым вы будете следовать, а также какое количество кругов вы будете повторять. Дорогой Шива Гурудев, я обязуюсь повторять на четках ежедневно не менее 16 кругов Махамантры, стараться при этом внимательно ее читать. Также обязуюсь соблюдать 4 регулирующих принципа. Первый — это не есть мясо, рыбу, яйца. Второй — не употреблять интоксикации. Третий — не играть в азартные игры. И четвертый — не заниматься незаконным сексом. Okay, спасибо большое. We're very happy to accept you as our duly initiated disciple. И мы очень счастливы принять тебя в ученики. Along with your wife. Вместе с твоей супругой. We will bring you one day to the lotus feet of Srila Prabhupada. И однажды мы приведем тебя к лотосным стопам Шрилы Прабхупады. And we'll carry us all back to the spiritual world in a Vaikuntha airplane made of flowers. Которая позже вернет нас всех вместе на планету Вайкунхи на цветочном корабле. So we're giving you the name connected to Vrindavan. И мы даем тебе имя, которое связано с Вриндаваном. So you always remember the goal. Чтобы ты всегда помнила цели. So your name means servant of one who is expert at understanding the mood of Vrindavan. Имя твое будет означать слуга того, кто лучше всех понимает настроение Вриндавана. Or servant of one who is relishing the mood of Vrindavan. Или тот, кто наслаждается настроением служения Вриндавана. Very nice name. Очень хорошее имя. From this day forth, с этого дня you should be known as, ты будешь известен как Браджа Расика Дас. Браджа Расика Дас Ки. Елена. А теперь Елена. Дорогой Гуру Махарадж, я обещаю до конца жизни не есть мясо, рыбу, яйца, не вступать ни в незаконные половые отношения, не принимать интоксикации, в глаза жены смотреть. И не играть в азартные игры. И повторять не менее 16 кругов только мантры на четках ежедневно. I make the same promises to you as I made to your husband. И то, что я
обещал уже твоему супругу, я обещаю тебе. As in Vedic culture, the husband and wife are considered one body. Потому что в ведической культуре муж и жена рассматриваются как единое целое, Tradition has it that the wife is the better half. Но считается по традиции, что женщина является лучшей половиной мужа. Take good care of him. И хорошо заботьтесь о нем. So he's Vraja Rasika. И он будет Vraja Rasika. And your name means servant of one who relishes the mood of the dark complexion Lord. Ваше имя будет означать служанка того, кто понимает настроение Господа, цвет тела которого напоминает грозовую тучу. So he's Vraja Rasika. И он будет Vraja Rasika. And you are Shyamala Rasika. А вы будете Shyamala Rasika. Isn't that cute? Нравится вам имена? Мило, что у вас они похожи. Vraja Rasika, Shyamala Rasika. It's the Rasika family. Вы будете известны как семья Rasika. Пожалуйста, Анастасия Кармашова и готовится Ольга Мухина. Hare Krishna. Anastasia, you have lots of friends here. И похоже, что у вас очень много друзей с вами здесь, да? All right. So what are the four rules and regulations that you promised to follow and how many rounds of the Maha Mantra will you chant? Каким четырем принципам регулирующим ты обязуешься следовать и сколько кругов Маха Мантры ты будешь читать? Дорогой Шрила Гурудев, я обязуюсь следовать четырем регулирующим принципам: не употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, не играть в азартные игры, не принимать интоксикации и не заниматься незаконным сексом. Я обещаю ежедневно повторять не менее 16 кругов Махамантры на четках. Okay. Thank you very much. Спасибо большое. We're very happy to accept you as our duly initiated disciple. Я очень счастлив принять тебя в ученице. A relationship that will continue both here and in the spiritual world. И наши отношения будут развиваться как здесь, так и в духовном мире. All centered around serving Srila Prabhupada in his service to Radha and Krishna. И в центре наших отношений будет служение Шрилы Прабхупады, который в свою очередь всегда будет служить Раде и Кришне. We'll try to get you back home as soon as possible. И мы постараемся вернуть тебя назад домой к Богу как можно быстрее. Really nice name. И тебе дается очень красивое имя. I mean, really nice name. Очень красивое. Really nice name. Совсем красивое. It means you're the servant of two very holy rivers in India. Которая означает служанка святых рек, where the Lord performs his pastimes. На берегах которых Господь проводил свои игры. From this day forth you should be known as. С этого дня ты будешь известна как Ганга Ямуна Деви Даси. Ганга Ямуна Деви Даси Ки. Really nice name. Очень хорошее имя. И теперь Ольга Мухина, готовится Анна Белова. Hare Krishna, Olga. The rules and regulations. Какие правила и предписания вы будете следовать, каким? Дорогой Гурудев, я обещаю не есть мясо, рыбу, яйца, не употреблять интоксикации, не играть в азартные игры и не заниматься незаконным сексом. И я обязуюсь ежедневно не меньше 16 кругов повторять на четках. Okay. Thank you very much. Спасибо большое. Very happy to accept you today as a
duly initiated disciple, initiated into the chanting of Hare Krishna. И очень счастлив принять тебя сегодня в ученицы и инициировать воспевание мантры. And take you to the feet of our guru, Prabhupada. И привести тебя к стопам нашего гуру Шрила Прабхупады. All the way back home to past the Vaikuntha planets, all the way to Goloka Vrindavan. И после этого желаю тебе помогу тебе преодолеть все планеты Вайкунхи и добраться до основной планеты Голоки. We're giving you the name of one of our favorite devotees. И мы даем тебе имя одного из наших любимых преданных. She's a great historic personality in our Gaudiya Vaishnav tradition, and you can be inspired by her pastimes. Она является великой исторической личностью в нашей Гаудия Вайшнавской сампрадае, и размышления о ней, о ее качествах могут вдохновить тебя. She's the wife of Lord Nityananda. Она является супругой Господа Нитянанды. Janava Priya Devi Dasi. Janava Priya Devi Dasi Ki. Janava is the wife of Nityananda. И Janava это супруга Господа Нитянанды. Теперь Анна Белова и готовится Алексей Швецов. Уважаемый Шрила Гурудев, я прошу вас принять свои ученицы и обещаю ежедневно повторять 16 кругов Махамантры, а также следовать 4 регулирующим принципам, а именно не употреблять в пищу мясо, рыба, яйца, не употреблять интоксикации, не вступать в незаконные половые отношения и не участвовать в азартных играх и денежных махинациях. Okay. What temple are you from? Из какого храма? Челябинск. Челябинск. That's where Sagar Maharaj is from. Это откуда Сагар Махарадж? Sagar Maharaj helped build that originally that temple there actually. И Сагар Махарадж помогал строить этот храм в Челябинске. What is your service there? А какое ваше служение там? Я занимаюсь детьми. She's taking care of the kids. Oh, that's nice. Очень хорошее служение. And other devotees from Chelyabinsk came today? Есть еще преданные из Челябинска. Yes. So, is she a good girl? Recommend her for initiation? Расскажите, хорошая она преданная? Рекомендуйте ее на инициацию. Что? Стоит ли мне дать ей красивое имя? Как думаете? This is a really beautiful name. И я даю ей очень красивое имя. If I was a girl, I'd probably like this name. Если бы я была девочкой, я бы тоже хотела такое имя. Servant of youthful Radha, who serves Shyama. Служанка вечно юной Радхи, которая служит Шьяму. From this day forth. С этого дня you shall be known as тебя будут звать как Shyamali Kumari Devi Dasi. Shyamali Kumari Devi Dasi ki. Shyamali Kumari. И сейчас Алексей Швецов, и готовится Евгения Росомахин. Alexei, the rules and regulations. И какие правила предписания вы будете практиковать? Дорогой Шрила Гурудев, я обязуюсь каждый день повторять не менее 16 кругов Хари Кришна Махамантры на четках. Отказываюсь от употребления в пищу мяса, рыбы, яиц. Отказываюсь от интоксикации.
от денежных махинаций, азартных игр и не буду вступать в незаконные половые отношения. Спасибо. Alexei, we're very happy to accept you as our disciple. И Алексей, я очень счастлив принять тебя в свои ученики. Help you traverse this path from darkness to light. И я помогу тебе преодолеть этот путь от невежества к знанию, к свету, из тьмы. From ignorance to knowledge. От невежества к знанию, а из тьмы к свету. From the material world to the spiritual world. Из материального мира в духовный мир. And we'll do everything possible to help you get back home as quickly as possible. И я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе вернуться назад домой к Богу как можно быстрее. I like your sikha. Мне очень нравится твоя шика. I used to have a sikha like that, but after 40 years, it's what it is now. И у меня тоже была такая шика в молодости. Hare Krishna. We're giving you the name of Lord Chaitanya. И мы даем тебе имя Господа Читания. Because he's the Yuga Avatar. Потому что он является Юга Аватар. And he's so merciful to all of us that he kindly gave us a process which is not so austere. И он так милостив ко всем нам, поэтому он дал нам процесс, который не является слишком сложным и аскетичным. It's very simple and it's very joyful to perform. И он очень прост, и ему радостно следовать. So he's simply full of mercy. И он полон милости. So your name means servant of Lord Chaitanya, who is full of mercy. И ваше имя означает слуга Господа Читания, который наполнен милостью. It's a long name. И это длинное имя. In cultured societies, sometimes the noble people, they have long names. И в высшем обществе, как правило, благородным людям дают длинные имена. So you become a real Aryan, a real civilized person and help distribute Mahaprabhu's mercy all over the world. Таким образом, это подчеркнет то, что вы становитесь истинным арием и поможете распространить миссию Господа Читания. So from this day forth, с этого дня, your name will not be Alexei. А ваше имя не будет Алексей. From this day forth, с этого дня, you should be known as, вас будут звать как, Гора Сундара Крипа Майя Дас. Gora Sundar Kripa Maya Das Ki. That is a good name. Очень хорошее имя. Дорогой Шрила Гурудев, я обещаю не употреблять в пищу мясо, рыба, яйца, не употреблять интоксикации, не вступать в незаконные половые отношения и не играть в азартные игры, а также повторять ежедневно на четках минимум 16 кругов Хари Кришна Махамантры. Thank you very much. What temple are you serving in? И спасибо большое, из какого храма? Челябинск. Привет! He's a good boy. Хороший парень. Yes, yes. Also very handsome. Еще симпатичный. So, we're very happy to accept you as our duly initiated disciple. И мы очень счастливы принять тебя в ученики. Just as the disciple takes very serious vows. Так же, как ученик берет на себя очень серьезные обеты. To refrain from sense gratification, which is something we've been engaged in for many lifetimes, to take that step and stop that activity, to take those vows, it's not an easy thing. It takes a very courageous soul. И необходимо обладать по-настоящему храбростью, чтобы принять решение не наслаждать свои чувства, и этим вы порой занимались на протяжении всей жизни. And to have faith in the spiritual master, that he can take us back to the spiritual world, that's also very honorable sentiment.
И это очень достойно, то, что вы обладаете верой своего духовного учителя. So keep your vows. И следуй своим обетам. And take great pleasure. Yeah, just like a swan swimming in a lake with its lotus stems that they can relish. Take great pleasure every day in chanting your rounds. И будь подобно лебедю, который плавает по пруду с лотосами. Каждый день получай истинное наслаждение в воспевании святых имен. Don't just see it as a duty, which it is, but see it as something very relishable, whereby you get that param drishta nivartante, you get that higher taste. И не относись к воспеванию как к чему-то обыденному и каждодневному. Ищи в нем вкус, чтобы оно привело тебя к истинной цели. So we're giving you a name, which is actually like a title. This title is given to prominent devotees in our line. И мы даем тебе имя, которое также может быть расценено как титул. Таким титулом называли преданных в нашей сампрадае. And by adding das to this name, it means you're the servant of these Vaishnavas. И мы добавляем к твоему имени окончание das, что будет означать, что ты слуга таких преданных. Literally, your name means servant of the best of the Vaishnavas. И перевод твоего имени заключается в том, что ты слуга лучших вайшнавов. So from this day forth, и с этого дня you should be known as ты будешь известен как Vaishnava Sarvabhauma Das. Vaishnava Sarvabhauma Das Ki. It's a very distinguished title in our sampradaya. И это очень возвышенный титул, который используется в нашей сампрадае. All right, so I think that's all the initiates. We have one devotee taking second initiation. И я думаю, что это все инициирующиеся. Кто-то из них еще получает вторую инициацию. We'll do that later. We'd like to ask our beloved Radhisham to please give their blessings to all these new disciples. И я прошу Радхишьям, чтобы они благословили всех всех инициирующихся преданных. We'd like to ask our presiding deities, Gauranga, to please give their blessings on these initiatives. А также мы попросим Гауранга, присутствующих здесь божеств, чтобы они пролили свою милость на присутствующих. We'd like to ask His Holiness Sagar Maharaj to also give some special mercy to these devotees, not only the ones from Chelyabinsk, where he's from, but the devotees from this whole region. И также мы попросим Его милости, Его святейшества Сагара Махараджа о том, чтобы Он благословил вас, потому что Он не только из Чилабинска, но Он несет ответственность за весь ваш регион. И также я прошу старших преданных нашего общества, Читуратму Прабху, Бадахридаса Прабху, чтобы они вознесли свои молитвы, чтобы именно эти преданные поскорее обрели успех на своем пути. Tonight we'll be hearing the very sweet bhajans of Badahari Prabhu. Don't miss that. И сегодня утром мы будем слушать очень нектарные бхаджаны в исполнении Бадахридаса Прабху. He sings like a Gandharva. Вечером сегодня. И он поет подобно Гандхарву. And he's an expert musician, so the combination with his pure heart just melts your hearts. И также он является искусным музыкантом, и эта комбинация однозначно расплавит ваше сердце. So let's give three Hari Bols as blessings to these devotees. И давайте трижды прокричим Hari Bol, таким образом благословляя преданных. Put it. Yagya. И очень важно, чтобы вы предлагали огню небольшое количество зерен. Вот такой мудрый, как показывает Читуратма Прабху. И как только вы слышите сваха, после этого вы предлагаете зерно в огонь. Немножечко. Потому что у нас огонь не до потолка. И повторяйте за мной. Thank you.
Бхактикам. Namaha, 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 Nama
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna.
Кришна, 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 Хари, 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 Рама, Хари, Рама, Хари, Рама, Хари, Рама, 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 Хари, 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 Кришна, Хари, Кришна, Хари, Кришна, Хари, Кришна, 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 Хари, Хари, Хари. И попросите, помолитесь священному огню, чтобы получить его благословение. That blessing is to be strict in your vows. Это благословение строго следовать своим обетам. And we brought something to help. И, да? We brought something to help. И это то, что вам поможет. This particular shalagram shiva is known by the name Keshava. Этот шалаграм известен как Кешава. And Keshava gives strength in keeping one's vows. И Кешава дает силу следовать обетам. And also we brought the Shilas worship by Narottam Das Thakur. Здесь также Шила, которым поклонялся сам Нарадам Дас Такур. Whose devotion to his own guru was unquestioned. Чья преданность своему гуру была без сомнения высокой. Usually the banana goes into the fire. Обычно бананы кладут в огонь. We won't be able to do that. Но здесь так не получится. Take the banana and place around the fire. Банана надо аккуратно разложить вокруг огня. Alright. Does everyone stand up? Все, пожалуйста, встаньте. Eat after me. Повторяйте за мной. Only the banana goes, not the grain. Только бананы, зерно нет. Не надо. Initiates will around the fire shine fire.
те, кто получили инициацию, вокруг костра обойдите 7 раз. Уберите только тарелки с стаканами с дороги. Все, что можно, металлические тоже на поднос. Все на поднос. Thank you.
Thank you.